on Resident Evil Revelations. Looks like somebody's found the Queen Zenobia. You haven't changed a bit. Satellite targeting. The time has come, Brian. Authorization. Abandon hope, all ye who enter here. It's like all my worst enemies come back to haunt me. Let the heavens scorch the earth with justice. These unilateral solutions of yours will only create a new Veltro, perhaps a dozen of them. Yes, there's the rub. Men like us can exist thanks to groups like that. Привет, я Ниагар, это 8-й эпизод прохождения Resident Evil Revelations. Все на линии. Или все на линии. Immediate containment is imperative. Far too much is at stake here. You are blinded. A humanist with no cause. It's a lost cause, Director O'Brien. Feel free to cut the bullshit, Morgan. You're playing with fire again. But this time, you will get burned. Loose ends can only exacerbate the situation. Think twice, Director, or you may regret it. Ah, boy. You never disappoint, Morgan. But once we have the truth, your mistakes will never be repeated. Parker! Yeah, time to clear out. Вообще нет оружия, но я думаю, сейчас у нас... Да, не будет монстров. Выберитесь из затопления. Все обваливается, господи, как бы на голову ей не упало. А еще у Джилл может не хватить воздуха, поэтому двигаемся максимально точно и быстро. Вот мы можем подышать. Ищем выход отсюда. Наверное, лестницу. Вау. Где-то тут должна... Да, вот она. Лестница. We have to move fast. We don't have long. Да, времени у вас очень мало. Кстати, что там? Патроны к пистолету. Почему все время это патроны к пистолету? А не дробовику, например. Давайте посмотрим, что у нас есть. Все по нулям, что у нас может быть. И прокачивать нечем, да, ладно. 92, правда, вот есть еще патрона. Но это тоже пистолет. Оно неисправно. Нужно найти другой выход. Ну какой? Вот этот? Патроны к пистолету. Это что? Спецдетали. Клево. Здесь других дверей нет никаких. Давай попробуем вот сюда. У нас на карте вроде как помечено, куда идти. Да, сейчас двигаемся мы правильно. Так. Еще ниже, да? О! Дверь открыта. О, да, если пошло сохранение, значит все ништяк. This is Chris, Vermillion, Parker, Jill. Listen carefully. The ship is done for. But we can't allow the virus to contaminate the oceans.
Jessica and I are heading for the Queen Zenobia. Just hang on. Оставайтесь на связи. Как у них работает связь? Ящик не разбить, жалко. Не открывается. Боже мой. Он не открывает. Подожди, а мне надо воздуха-то хлебнуть. А, вот там еще есть какой-то проход. О, блинский блин. Надеюсь, она меня не будет тяпать. Отстань. Ах ты, гадина. Уходим от нее. Так, куда, куда? О. Спецдетали. Ах ты, черт. Бесячая тварь. Нет, 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 не сюда. Куда нам надо? Да блин! Сейчас искоцает у меня, суджил. Вот, сюда, правильно. Ей уже плохо, ей надо подышать. Солнышко, я тебя так понимаю, сейчас подышим. Видишь, все хорошо. Подожди, нет, там были еще патроны. Там были патроны, да, вот они. Патроны. Так, больше ничего. Да, все, тогда всплываем. Мы нашли, наконец, выход отсюда. Давайте все перезарядим, все, что там нашли. 3 патрона винтовки, 6 дробовик. Да. Ничего такого, конечно, особенного, но хоть что-то. Чего такое? Опять плыть? Блин. Да, здесь опять эти гадости. Так, куда, куда? По-моему, мы не в правильном направлении пошли, не. Подышала, ладно. Закрыто, да, не туда. Ну ладно, хоть немножечко подышали, это нам все, все же лучше. Так. Путешествие по затонувшему кораблю. А он его... Пипец. Ага! Вот как мы смогли достать эти детали. А я все думала, как же мы достанем их. Так, куда плывем? Куда-то вот сюда. Или нет? Честно говоря, я плохо ориентируюсь по этой точке, она как-то в пятне в таком, которого нет на карте. Но похоже правильно. Напарник тут с нами, это хорошо. Где дверь? Здесь ничего нет? Здесь просто ничего нет? Так, хорошо. У нас есть там обходной путь. Поплыли. Там тупик. Как это не печально. Я думала, мы правильно двигаемся. Нет, ну вот сейчас-то мы вообще идем обратно. А, ну что такое? Вот. Вот выход. Да. Фу. Так, сюда нам не надо. Давай подышим. Дай бог, Джилл станет плохо. И все, тогда пипец. А чем мы тут можем, блин, нажать? Нет. Там больше нет ничего.
кричат, это вот эти вот монстры, похоже. Да. А, блин! Чё, здесь никак не всплыть? Здесь их, наверное, будет еще больше. Да, вон она. А, нет, отстань, отстань, нет! Гадина такая! Ну-ка, брысь! А чё вы сразу обе-то на меня напали? Гады такие, а? Там, кстати, есть патроны. А, нет, спецдетали. Вот здесь патроны, да. Все, всплываем срочно, вообще очень быстро. Желательно побыстрее отсюда вылезти. Фуф. This is Chris. You two all right? Как сказать, в порядке. Yes, we're fine, but the ship is sinking fast. We're approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous with the ship's hull. Roger, we'll be waiting. Okay, see you soon. Chris out. Пройдите в холл. Ну хорошо, хоть Крис скоро прибудет к нам. Что там у нас? Понабрали еще патрончиков. Здорово. Все, ладно. Встретимся в холле. Где мы? Вот. Да блин, блинский блин, вот. Нет, нет, я не вкусная. Отстань. На него они почему не нападают? Он им не нравится. Мне нравится аппетитная Джилл. Вкусненькая, красивая девочка Джилл. У нас, кстати, там куча всяких примочек, что-то пришло. Урон. Урон 4. Ух ты, стрельба 3. Хорошо, магазин 3. О, ладно. Все, классно. Наставили тут всяких примочек. Approaching the Queen Zenobia now. Rendezvous with the ship's hull. Roger. We'll be waiting. Okay. See you soon. Chris out. That's it. Queen Zenobia. Oh, geez. More like what's left of her. Stay sharp. There's something out there. Мы будем стрелять? Поднимитесь на борт Зеноби. Это что за тварь? Боже ты мой. Метнуть гранату. Satellite's laser fried out all the electronics. Да я метаю в них гранаты. How many of these things are there? Keep your aim sharp, they're not letting up. Я не знаю, что это за тварь такая. Может быть, из-за того, что вирус из Зеноби попал. Going around. Hang on. Блин. Нет данных. Охлаждение у нас идет. Все нормально. А, черт. Что-то я не понимаю, мы приближаемся к Зенобе или нет? Или пока мы их не перестреляем, мы не доедем по-любому. Да блин, опять нет данных. Она тоже стреляет. Есть.
Гады какие, а. Ну ничего, у меня 3 аптечки. Выживем. Как-нибудь. Ой, вообще просто тут кишит возле корабля. Нет, мы приближаемся. На, держи. И ты тоже держи. То, блин, потратили у меня все птички. 2 штуки осталось. We need a good spot to board the Zenobia. We can board from here. Jessica, we have a promise to keep. Let's go. Great. A cruise, just the two of us. Only the whole thing is sinking. Friendly BSAA patrons, you stopped the Regia Solis. Now I will reveal what I know. Everything about the Queen Zenobia and the secrets she keeps. What secrets? Consider this. First, why did it take till now to find the Queen Zenobia? How was it able to float around the Mediterranean undetected? It wasn't magic. Second, why did all traces of Veltro vanish after the Terek Regia panic? Why don't you tell us, huh? And third, why is someone trying to use the Regia Solis to destroy the Zenobia? The answer to those questions will lead you to an inconvenient truth. You were to have found it, and that... Jessica, why did you fire? To protect our people. Isn't that our job? Don't you dare die! Damn. Raymond? What? Why? Why play the part of Veltro? Terrible loss. The ship doesn't have much longer. We can't let this virus contaminate the sea. We've already searched the Queen Semiramis. So I think I know where this ship's lab is. We're headed there now. All right. I'll try to find a way to delay the sinking. Jessica, you with me? Yeah. Well, a little friendly partner swapping should keep us on our toes. Roger that. We'll take care of the virus. You two buy us some time. Got it. Jill, this works anywhere, even underwater. It should slow those things down. Thanks, Chris. Also, I've marked off all the possible locations for the lab. He never got the hint. What a drag. Maybe he's already taken, Jessica. Да, Джессика не очень хотела идти с Паркером. По-моему. Jill, not that way. We gotta find the lab. Лаборатория. So this was all Raymond's doing? No. I think we've only heard half the story. There's a lot about this mission that doesn't make sense yet. Отправляйтесь в лабораторию. Такие стоят, болтают что-то. У них тут затопление такое адское.
Да на, держи. Гадина такая. Стоят, болтают. У них тут такое затопление. Надо быстро выбираться. Они такие потрещали. Пообсуждали. В воде кишит инфекция. Понял. Он, конечно, он понятливый мальчик-то у нас, Крис. Ничего там больше нет интересного. А, нет, нам не сюда. Подожди. Нет, да, у меня этот... Территориальный кретинизм. Бывает, да. Нам куда-то... Как это понимать? О, травка. Берем. Оно не исправно. Хорошо, что сюда сходили, подобрали травку, значит там нам нужно будет плыть, скорее всего. Не знаю, показывает, что прямо вот куда-то вот сюда надо идти. То есть плыть. Хорошо, что счетчика времени нет. Знаете гранату, где там кто? Оглохните все. Нет, не сюда. Блин. Где же эта дверь-то? Вот она. Догонит сейчас, догонит, Джилл, быстрей. Так. Главное не забывать о том, что у Джилл может кончиться воздух. И еще патроны к Магнуму. Круто. А, нельзя больше пистолета брать. Ладно. Да блин. Они так похожи на чужих. Каких-то. Такие. Внешность у них. Так, подышим. Двигаемся вот в этом направлении. Да, вот здесь-то хоть по прямой. Прямой коридор. Все понятно. Плыть прямо. На, получай. Не успела сцапать. Так, подожди, подожди. Это Крис Уиллис-то? Я его ноги видела. Да. Теперь чего, сюда? Да ё-моё! Мне надоело плавать. Давайте побыстрее выберемся отсюда. Мне хочется уже как-то почувствовать себя на твердой земле, чем вот так под водой, когда особенно не можешь применять оружие. Так, ну чё, мы пришли? Ключ трезубец у нас есть, да. I found that key on the Semiramis. The ships are exactly the same, and the lab should be this way. Да, хорошо. Заходим. О, такая модная дверь в лабораторию. Чё он так долго открывается? Крис? Подозрительная тишина. Здесь очень тихо. Так, эта дверь закрыта. А больше ничего нет? Хоть бы положили патронов, что ли, я не знаю. На двери замок. Замок секретным, смысл как дактилоскопическая система. И что нам делать? А? Ваше предложение к
Крис Редфилд. Как не откроешь? А как? Может, ты откроешь, Крис? А, все понятно. Я не заметила, что у них стекло разбито. Registering fingerprint. Fingerprint registration complete. Все, мощное оборудование у них все еще работает, однако. Интересно. Пойдем применим отпечатки пальцев. Долго сосредоточенно сканировал. Но здесь-то монстров не должно быть. Или я что-то не понимаю. Как они могли бы сюда попасть? Какая там находка. Я, кстати, давно не сканировала. Да. Цель далеко. Давай посмотрим поближе. У меня вообще мало патронов. Биоловушка. Сюда нам не надо. Тишина меня как-то напрягает. Он что, в соседнюю дверь зашел? Ждем, сейчас нас просветят, убьют все микробы и сможем зайти. Вот так. Что за... Что? Где? Крис в панике. Мужик, не паникуй, мне тоже страшно. Нафиг ты паникуешь? Чё, берем винтовку? А почему ко мне? Это что такое? И что мне с ним делать? Черт. Ой, это что с ним стало? Он сдох или нет? Кажется, да. Я боялась, что у него будет... Да нормально все. Такая же система, что он в панцире и очень узкое пространство. Как они сюда проникли? Посмотри, что разнесли все. О, огромная рыба. Это магнум. Смена оружия. Да, класс. У нас еще есть 5 дробовика. Все, клево, пошли. Главное, Крис запаниковал, а залезло это чудище к Джилл. Вот как так-то, а? Вот скажи мне, чувак, а? Почему не к тебе? Так, да, не надо забывать еще, что у меня есть эти ловушки, целых 2 штуки. Ух ты, какая красота тут. Why try to hide these facilities on a cruise ship? It makes a good cover. Who would ever suspect it? Good point. I hope we can find out what the hell's going on. Надеюсь, что вы скоро уже вообще узнаете, что тут произошло. Ой, нет, давай. Хоть у нас и 4 аптечки, но еще одна не помешает, поэтому будем сканировать. Somewhere in this research area. So this is the secret of Zenobia.
завершился этот непростой у нас 8-й эпизод. Я с вами попрощаюсь. Увидимся в 9-м.